Отож, доброго ранку, як і обіцяла, будемо жартувати з КВН зі сцени. Переходимо до нашої студії. В мене в гостях Наталя та Сергій Паламарчук, учасники команди з КВН «Удвох», «З тобою удвох». Доброго ранку. Не можу не звернути увагу на ваш одяг. Вона моя жена, он мой муж. Вже помилитися неможливо. Тобто ви така доволі цікава команда, чоловік і жінка, да? Дружина, дві людини. Розкажіть вашу історію. Кому прийшла така ідея почати жартувати? На самом деле, это наша повседневная одежда. Мы так ходим каждый день. Единственное, что главное ходить рядом, потому что если стрелочки перепутаться, то моим мужем может быть кто угодно. Це ж я хотіла запитати. Може хтось там поруч проходити і стрілочка на нього. Були взагалі такі ситуації, да? Напевно. Ну нічого. Зато зараз ви сидите поруч і хочу дізнатися про вас більше. Отож, ваша історія, як ви прийшли до КВН, чому почали ним займатися? Передаю слово главе семьи. Справжняя жінка. В общем, история очень простая. Я в КВН уже 100 лет, наверное, играл за разные команды. И как-то один раз мы пригласили Наташу поучаствовать там буквально в пару номеров. И так ей настолько это понравилось, настолько она получила такой заряд адреналина, заряд энергии, бодрости, что решила, хочу этим заниматься. Я как бы уже от этого отошел немного, мне это уже стало не совсем интересно. А Наташа наоборот меня начала там говорить, вставай, вытряху песок, давай соберись, там научились, мне все там до кучи собрала. И когда в Николаеве, в принципе, уже была Лига КВН «Волна», участвовали разные команды с разных городов, и мы решили там тоже поучаствовать. Это когда начало было, в 2014 году. Да. Вот, в 2014 году мы начали играть именно командой КВН «С тобой вдвоем». Решили никого больше не принимать, в свою команду. И так все нормально получается. Тем более и на репетиции ходить тут очень удобненько. Можно дома за приготовлением, нарезанием картоплі. Да, так все и происходит. Так и відбувається. Ми ще поговоримо про це. Ми поки був сюжет, говорили, що вже 9 років не було такого чемпіонату. Навіть у нас дискусія така маленька виникла, 9 чи не 9. Поділіться своїми враженнями від цього чемпіонату. Вже пройшло, вже емоції стихли. Як довго готувалися і взагалі, які ваші враження від цього. На самом деле именно такого чемпионата уже не было очень давно. Когда-то была команда КВН «Дизель», которая, собственно, и курировала весь этот чемпионат. Были очень сильные команды из Николаева, которые и проходили высшую украинскую лигу, и, соответственно, «Дизель» был в высшей лиге КВН. Потом на какое-то время, соответственно, когда «Дизель» уехал в Киев заниматься уже более этим профессионально, чемпионат приостановился. Через какой-то период, я даже не помню в каком году, где-то лет, наверное, 5 назад появилась лига КВН «Волна». Тоже какая-то альтернатива, в принципе, неплохой уровень был, тоже по каким-то причинам она уже больше года, она как закрылась. И буквально там пару месяцев назад Юрий Тазарачев вместе со студией 512 решила организовать, возобновить тот старый, хороший чемпионат со всеми николаевскими командами, приглашались также команды из Одессы, Херсона. И в последующем это была сейчас пока первая игра, грубо говоря, такая тренировочная, посмотреть, что, как. И уже есть идея, конечно, с нового года создать полноценный сезон с 7-1-8, 4-й финалом и так далее. Я надеюсь, конечно, что это будет процветать, что все-таки, в Николаеве люди любят КВН. Соскучились. Будет радость и для людей. Точно так же и во многих университетах есть потенциальные команды, просто им негде выступать. Потому что ездить в другие города, это немножко накладно. А у себя дома, при своих зрителях, это уже совсем другое дело. На самом деле игра была очень интересная, очень неожиданная. Мы соскучились по игре в КВН, мы тоже не играли почти год, не выступали. Я хочу сказать спасибо большое зрителям. У нас николаевские зрители – это самый теплый, самый такой очень дружелюбный зритель. Они всегда хорошо принимают все команды и... Особенно, как мне показалось, есть такие люди, которые стали уже, наверное, они семейные, я так понимаю, люди, потому что наш юмор про семейную жизнь понимают не все. Студентам он не очень близок, и людям
у которых нет Треба семьи. На собі відчути і пережити. Естественно, проблемы, которые ты на себе не почувствовал, ты их до конца не поймешь и не проживешь. И некоторые люди, которые подходили к нам после игры, абсолютно незнакомые, просто подходили из зала, говорили нам спасибо, ребята, нам все очень понравилось. Это дорогого стоит, и если они нас сейчас смотрят, спасибо, было очень приятно. Вот для них выступать это очень приятно. Вот мы перешли трішечки до жартів, в сюжеті підіймалася ця тема, але все ж таки я хочу. Як у вас народжуються жарти? Ви їх, чи хто із вас взагалі придумує? От, чи от це буде жарт? От ми його використаємо на кавені? Чи як це у вас відбувається? От привідкрити цю інтригу, закулісся, скажімо. Ну, на самом деле, писати шутки, це не так уж і просто, що, ну, как бы, конечно, бувають такі, да, бувають такі ситуації там жизненные, що что-то произошло, о, это можно как-то использовать, перекрутить, додумать, что-то сделать, да, ну, это 1% из 100 того материала, который показываешь. На самом деле, это надо садиться, серьезно думать, ну, в общем, это очень серьезная и долгая работа. Просто так, как бы, тоже там не то, что мы смеемся там с КВН, ого, как смешно. На самом деле это, ну, мы серьезными лицами пишем, 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 потом, о, это смешно, да. Ну, в общем, это... А у вас тандем, в вашей паре, кто все ж таки жарты пишет? Ну, на самом деле мы пишем только вдвоем шутки, но, конечно, я могу сказать, что, и не скрывая этого, самый главный мозг нашей команды, это, естественно, хотелось бы сказать, что я, но это будет неправда, это Сережа. Он, конечно, большой молодец в этом отношении, у него большой опыт, он очень хороший актер, кроме того, что он автор, он очень много понимает. Да ладно, что ты говоришь, такой актер? Да, он очень хороший актер. У которого вообще пока нет Оскара. Да, да, такое бывает, да, какие твои годы. Вот, и шутки рождаются, ну, не всегда сложно, иногда бывает очень легко, и вот эта коронная фраза «О, смешно, запиши», это у нас часто звучит в семье, вот, иногда мы просто не записываем. Ну, вы же не лише на семейную тематику жартуете? Нет, конечно, не только. Вот это... Какие еще жарты присутні у вас есть? Ну... Разные. Давайте так запитаю, про що більше всього любите жартувати? Ну, звичайно, сім'я, це да, безумовно, да, а ще, сім'ї... Да, крім сім'ї. Наш коронний номер – це обманки. Ну, КВНщики понимают, что это такое. Нам нравятся шутки с неожиданным концом, которые немножко зрители сначала вводят, вот, кажется, что сейчас будет развитие событий вот такое, а оно раз и не такое. Ну, на самом деле, поле для юмора очень громадное, можно шутить абсолютно, ну, практически про все. Единственное, чтобы это было смешно просто зрителям. Ну и по большому счету, на самом деле, юмор, он вот актуальный. То есть вот что-то сейчас произошло, это сейчас смешно. То есть если мы сейчас будем смотреть даже КВН там 5-летней давности, он уже не покажется нам веселым. Точно так же, если мы там заглянем наперед и посмотрим КВН будущего, то нам тоже не будет интересно. То есть надо шутить вот то, что сейчас происходит, вот какие-то злободневные проблемы и так далее. Но тем не менее, есть темы, которые... Да, есть вечные, конечно, темы. Есть вечные темы, вечные. Ну, та же любовь, та же муж и жена, это да, проблемы, которые никуда это не денутся. Например, как вариант. Да. Так, скажите, а чем вы по життю занимаетесь? Дитиночку виховуєте, так? Скільки років, поделитесь, будь ласка, расскажите. Ну, нашему ребенку 4,5 года, он ходит в садик. Уже включаете до жартів, жартуете? Чи... Да, да, ну... кстати, очень интересно, так мы дома репетируем, когда бывает, он тоже подбегает, начинает, мы как бы, ну... Не особо его втягиваем в это дело, но там дайте я тоже хочу КВН, я тоже хочу КВН. Клас. Да, очень веселый парень. У мене був один друг, КВНчик, і він завжди, от мені таку істину, що по життю КВНчиків не сміються, от вони такі серйозні, не знають, що це такі жарти. Це міф чи це все ж таки правда? Чи ви отакі веселі, жартівливі завжди? Чи теж у вас є поганий настрій, є гарний настрій, да? Ну, естественно, да, у нас есть и хорошее настроение, и плохое, и среднее, и очень разные, конечно, палитра. Не то чтобы КВНщики не смеются, я не знаю, как другие КВНщики, конечно, мы можем говорить только за себя, не то чтобы мы не смеемся с шуток, просто уже очень многие шутки, когда мы смотрим какие-то передачи юмористические, они будут ожидаемы, они для нас, как говорится, мы их пробиваем наперед, мы знаем, чем они закончатся, поэтому... Я люблю неожиданный КВН, иногда какой-то вот, как говорят КВНщики, дурка такая, ну причем дурка интересная, не просто там какое-то дурачение бесполезное. А ты что скажешь? Так и есть, все правильно. Такое взаиморазумение, вы так погоджуетесь? Да, мы в жизни смеемся, естественно, но просто вот если говорить именно по юмору какому-то телевизионному, там передачи какие-то, стендапы и так далее, то ну это уже как бы смотришь, конечно, это все с интересом. Ну, тут тоже с точки зрения вот профессионального какого-то интереса, что, как люди делают, интересно посмотреть. Ну, чтобы особо там смеяться, вам, о,
вообще прикол, такое очень-очень редко. Больше такое, ну, как естественные какие-то там шутки внутриковые, там, между семьей и так далее. То есть такое мы смеемся, естественно. А, так что... а дивіться, Сергій, Наталя, а у вас є якісь табу на жарти? От, да, про що ви ніколи, да, не будете, конечно, шутувати? Есть темы, на которые, ну, я считаю, что шутить просто аморально. Ну, смерть, в первую очередь, какие-то инвалиды и так далее. То есть вот сейчас какая-то тенденция, я не могу понять, почему так происходит. Даже в высшей лиге КВН редактора перестали это улавливать. Ну, вот недавний там особый пример. Команда «Чемпион» высшей лиги КВН «Союз» пела песню про мальчика с лишней хромосомой. Синдромом Дауна. Mm. Как бы, это не смешно. Ну, это, нет, эта фраза как бы не звучала, там просто мальчик с лишней хромосомой. Зал аплодировал, редактора это пропустили. Yeah. У меня был шок, когда я это смотрел. Я считаю, что ну, это вообще не, ну, тема для юмора. Точно так же есть какие-то распространенные шутки там, про фрезеровщиков. Вроде бы, конечно, это все там легко, смешно, но когда, допустим, человек дома сидит без пальцев, мне кажется, что ну, такая тема прям вообще не смешно. То есть это такие темы, которые вот... Я, например, не то, что никогда не буду про них шутить, мне это ну, какое-то немножко отвращение вызывает, когда какая-то даже другая команда это показывает. Когда редактора ну, этого не знают, или не замечают, или, может быть, не хотят замечать, или думают, что ну как бы, а что тут такого? То есть есть отдельное направление черной КВН, которое там показывается в клубах, на каких-то закрытых вечеринках, там можно шутить про все. Там, соответственно, ну и тема такая, и люди приходят на это посмотреть, то есть какой-то, да, отдельный момент. Черный КВН, там шутите, пожалуйста. Но когда вот по телевизору показывают, на обычный КВН, где приходят там, я не знаю, мамы, папы, дети в то же время, да, и тут такую вот показывают бабах, ну, меня это обескураживает. Тобто має бути етика. Конечно, конечно. Да. КВН должен быть добрый, веселый, и никого абсолютно не обижать. Если ты уже каким-то делом, ну, конечно, есть темы, даже про которые мы шутим, в то же время, ну, их надо аккуратно как-то обходить, там те же проблемы, да, там бомжей, наркоманов, тоже может кого-то задеть. Но если это аккуратненько очень сделать, чтобы это никого не обидело, то тоже можно. Но все-таки я же еще раз говорю, есть такие темы, на которые, ну, как бы, что бы ты ни сказал, это в любом случае будет не смешно. Видно, это дело каждого человека, и все-таки зависит от воспитания человека, от его жизненных принципов, от его моральных ценностей. Это, конечно, не хочется, чтобы люди об этом шутили, но тем не менее... Это имеет место быть, к сожалению, в нашей жизни. Ну, если кому-то с этого смешно, это, опять же, дело каждого человека. Так, повністю погоджуюсь з вами. Дякую за таку змістовну відповідь. Ви, безумовно, будете брати участь ще в багатьох лігах, там, це точно знаю. Які такі три основні складові гарної, успішної гри, скажімо так? Навіть не жарта, а успішної гри. От, знов-таки, у деяких кавичків якісь свої там талісмани. Тому одного знакомого, він там пірячку ворони на сцену кидає, потім іде грати. Може, у вас є, ну, це правда. Може, у вас є щось таке? І от такі три складових гри. Ні, ну, якихось особих талісманів нету. Да, є особі составляючі, які от повинні зробити гру. Перше, це повинна бути хороша актерська гра. То есть, если ты хороший актер, ты можешь даже не очень смешную шутку так рассказать, да, просто на какой-то своей там харизме подать, люди будут веселиться, уже радоваться, потому что ты, ох, какой веселый, прикольный товарищ. Второе, это должен быть, конечно, хороший материал, с чем ты выступаешь. То есть, какой бы ты там ни был супер актер, даже там высшие какие-то лиги, если у тебя не смешно, то это в любом случае будет не смешно. То есть, естественно, к актерке нужно добавить какой-то интересный материал. И третье, если говорить именно про игру, то должно быть... Ну, объективное, адекватное жюри. Потому что тоже, ну, не всегда. Потому что можно с одним и тем же материалом в одном зале выступить, тебе поставят жюри все пятерки, в другом зале выступил, тебе поставят все тройки. Угу. Почему так происходит, непонятно. Что там именно зритель хлопает, радуется, вау, все классно, заходит, все одинаково. Жюри ставит там пятерки, там тройки. Почему так происходит? Да. Это субъективное мнение жюри. То есть даже сейчас в вышке есть такая тенденция, что побеждает команда не та, которая самая смешная, а та, которая заслужила, грубо говоря. Невозможно, команда молодая пришла с первого сезона и оп, стала чемпионом. Бывает такое, что команда играет, 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 там уже 4 года вышки, выступает стабильно, хорошо, ну нет у нее какой-то самой крутой игры. Ей уже просто, грубо говоря, дарят эту победу. Ну, это как бы мы говорим про высшую лигу. Если брать вот просто КВН как таковой, то, конечно, ну, это самое главное, актерка, материал и адекватная жюри. Да, на самом деле объективные члены жюри – это очень важно, потому что нужно все-таки, чтобы в жюри были люди, которые разбираются в юморе. Которые... То есть это сами КВНчики мои будут, чьи кто? Ну, как вариант, минимум. Как вариант, только КВНчики не какие-нибудь там студенты молодые, а заслуженные люди, у которых есть большой опыт, которые разбираются и будут объективными, потому что быть объективными, беспристрастными – это очень трудно. И с этим, к сожалению, справляется далеко не каждый член жюри. И поэтому получаются иногда сюрпризы на некоторых играх.
Погодьтесь, що КВН, у нього є хвилі, то він на піку, то трішки затихає. От мене таке запитання, яким же він буде, КВН, далі, через 10, може, 15 років, от на вашу думку, або яким він має все ж таки бути? Ну, это никто не знает, на самом деле. Ну, ваши думки. Может, кстати, будут летать на капсулах. Да, будет выходить. Да, голограммный Масляков, там в зале будет, не будет людей, будут сидеть планшеты с руками, которые там автоматически хлопаются. 25-е айфоны. Да. Да. Может быть, так возможно. А на самом деле в КВН очень много течений, очень много направлений. Мы сейчас это видим. Сейчас появляются разные новые направления. Некоторые команды хотят себя позиционировать как old school, то есть классический КВН. Насколько у них это получается или не получается, это уже судить зрителям. Я думаю, что дальше будут появляться другие направления КВН, которые будут ответвляться от того классического КВН, к которому мы привыкли. Его уже осталось не так уж и много команд, которые играют именно в КВН классический. Поэтому будет интересно. Да, еще плюс новые технологии все-таки тоже развивают как-то КВН интересно. Если раньше были какие-то ширмы, там люди покупали какие-то здоровенные декорации. Да. Сейчас сзади стоит здоровенная плазма, и на ней включают все, что все надо. Да. Класс, вообще, все удобно. Вот эти вот микрофончики, это вообще супер. У тебя руки свободны, можно ты рухи, можешь показывать все, что угодно. То есть, если раньше вообще был там КВН 20-летней давности, стояли стойки с микрофонами, люди просто статично стояли, и вот им удавалось как-то все-таки рассмешить. Те же там одесские джентльмены все-таки стали чемпионами, просто стоя возле микрофонов. Uh-huh. Сейчас люди, у них просто такие возможности, такие варианты развития игры, что ну просто даже через год, что будет через два, это уже непонятно. Да, и плюс КВН все-таки КВН высшего уровня, я хочу сказать, что это все-таки дорогая игра. И, ну, кроме спонсоров, взносов и всего такого, у команд сейчас очень дорогие декорации и очень дорогой реквизит, потому что иногда даже посмотреть бюджет одного выступления одной команды можно просто удивиться. Дякую. Ну і наприкінці, ну ви ж знаєте, що я не можу так, щоб ви не пожартували. Коротенький жарт, і ми закінчуємо нашу програму. О, есть одна очень хорошая миниатюра, но, правда, нам надо... У нас сейчас... 30 секунд. 30 секунд, буквально. Тогда есть вот такая короткая. В троянского коня влазит на одного человека больше, чем в троянскую лошадь. Как-то так. Ось такі. Може, ви ще щось нам прожартуєте? Я не буду шутити, я просто хочу сказати, що, дорогі телезрители, самое главное в жизни – это найти свою вторую половину. І ніхто не должен вам в этом помешати. Даже ваша жена. Точно, дякую. Ось на такій оптимістичній, позитивній ноті ми завершимо наш ефір. Дякую, що завітали.